Всем привет, друзья! С вами канал Сельхозпеределкин и Константин. Сегодня мы с вами проводим вторую предпосевную культивацию. Вот по такому полю был здесь ячмень. За первой культивацией убрало где-то процентов 30-40 падалечного ячменя. К чему веду? Веду сейчас к тому же, что на какой передаче я буду работать и как он должен справляться с этой всей бредятиной, которая летит под них. Вот видно, пожненных остатков ячменя много. И поэтому, думаю, вы сами прекрасно понимаете, что при обычных бы БЗС-ках тут бы вы задолбались дергать гидравлика. Я же еще ни разу не приподнял гидравлику. Сколько вот гектар уже где-то здесь сделал на этом куску, 7 гектаров поля почти. Ни разу не приподнял. Единственное, что при регулировке, вторая культивация же там 5 сантиметров, помельче, вы все прекрасно знаете. И пришлось пружинки регулировочные отверстия передвинуть. На первой культивации было на этом отверстии самый меньший угол атаки. Ну а здесь на один болтик передвинул, чтобы пружинки в землю сантиметров на 5 входили. Ну, в этом видео, конечно, тема двойная будет. Насчет, опять же, от этой нарезки колес, которую вы все смотрели. Вот, покрышек передних и задних. Что мы видим? На следах трактора, вот, полосы получается. Вот протектор квадрат. А вот полоса от того, что я нарезал. Ну, думаю, если полосы давятся на земле, по-любому какой-то хоть процент, но тяги добавляется. Ну, передние колеса здесь плохо будут. Вот здесь вот на левом отчетливо будет видно сейчас оттиск протектора. Вот опять же эти полосы и сама глубина протектора, вот она больше стала, когда нарезал же здесь по-человечески. Вот сейчас еще продемонстрируем, на какой передаче я работаю. Думаю, вы будете удивлены. Я тоже был поначалу удивлен. Сейчас мы продемонстрируем это дело. Вот завели, смотрите, включаем шестую, вот она еще раз шестая и повышенная на редукторе. Поехали. Обороты он, конечно, набирает не так быстро, как на седьмой передаче, но все же, вот сейчас я держу газ на весь, на всю. Вот он стабильно держит обороты и скорость 12-12,2. Вот, я думаю, лишняя скорость для вырезания ячменя, оно даже лучше вырезает. Вот, ну опять же в комментариях напишу за расход и за сколько времени я сделал этот кусок почти 7 гектаров. Ну понятное дело, что достаточно быстро. Всем спасибо, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, впереди еще очень много интересного. До свидания.